Сыктывкарский детский сад номер 7 с сегодняшнего дня вновь открыт для посещения. Его работа приостановлена с 11 апреля из-за вспышки кишечной инфекции. Тогда пострадали 47 человек. В пробах готовой пищевой продукции, которой кормили детей, были обнаружены ДНК сальмонеллы в тушке цыпленка из Мариэл и в полуфабрикатах из мяса кировской говядины. Также, как ранее прозвучало, на специальном правительственном совещании санитарные врачи установили множественные нарушения технологии приготовления пищи. Это и создало условия для распространения заболевания. Глава Коми тогда поручил провести проверку всех детских садов на выявление таких проблем. Кто поставщик, что поставляет, какая карта, что готовится, в каких условиях и так далее. Поэтому здесь согласуйтесь с правоохранительными органами и соответствующую проверку проведите. Значит, это в том числе необходимые, так сказать, действия должны быть предприняты. Значит, Роспотребнадзор, вы даете соответствующие свои заключения, предписания, что необходимо дополнительно сделать, либо что было ранее вами выявлено, но не сделано за это время, пока, значит, вы не проводили соответствующую проверку всего, так сказать, требования закона. Все, значит, это обобщить и мне доложить. Еще раз говорю, если возникнут обстоятельства, которые требуют разбирательства, в том числе и правоохранительных органов, все документы и материалы должны быть переданы. Конечно, собираем. С тем, чтобы, безусловно, были понятны причины, более того, ответственные лица, которые допустили такую халатность. Как промежуточный итог истории, к административной ответственности привлечены 3 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя и 5 должностных лиц. Акт эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни с установлением причинно-следственной связи направят в административные и следственные органы для принятия мер.